видно. Ну, слава богу, слава богу. Ну, вот видите как. Да. Ну, тут не все знаю, может быть. Так, так это город Ессентуки? Да, Ессентуки. Это далеко. Далеко, да. Мы я сегодня был... В прошлом году мы были в Ессентуках. О, в вашем как... городе, в вашей библиотеке мои книги все мы подарили. Да, вы что? Конечно, я еду по стране и для библиотек дарю свои 38 книг. Ой, как здорово! Это книги, они просто аналога не имеют такой. Там ответ на 4124 вопроса, проповеди. Ой, там все абсолютно есть. Ой, а как бы, если купить, например, ну, а можно купить как-то? Можно здесь будет, или если вы напишете адрес. То да, мой адрес, пожалуйста. А у вас в Mail.ru есть страничка? Mail.ru это что такое? Mail.ru это система, вот как Контакт, Одноклассники. Не, я по этому делу не понимаю. Это я вот зашел к девочке, соседка. Ну, дело в том, что я вам послал бы какие цены, что, почем, чтобы все... Да ничего, меня цены устроят любые, просто надо послать меня, да. Я с удовольствием приму. Значит, общая стоимость 38 книг 20 100 рублей и плюс пересылка. Хорошо, хорошо. Нам нужен точный адрес, чтобы точный адрес могли прислать. Точный адрес. Город Ессентуки. Нет, надо записать как-то, чтобы не ошибиться. Подождите. Давайте. Город Ессентуки. Ага. Так, Ессентуки. Так, а индекс какой? 357-600. 357-600. Да. Так, город Ессентуки. Ессентуки. А потом? Улица Луначарского. Улица Луначарского. 34. Чарского. 34. Да. Так, квартира нет? Свой дом? Нет, свой дом, да. И, значит, фамилия моя Очеретин. Очерет, камыш. Очеретин. Не могу написать. По буквам давайте. О. О. Че. Че. Ну, допустим... Черепица. Четверка. Четверка, да. О, че. Че, Евгений. Ре, да, Евгений. Т, трактор. И. Т, да? Или да, Т, трактор. Очеретин. Подождите. Оче, это Т, Тарас. Очеретин. Тараса нету. А, Очеретин, Роман, да? Да, Рома, Очеретин. Не, последняя буква Н, Николай? Ин, да, Николай. Очеретин. Очеретин. Николай. Очеретин, да, Очеретин. Николай? Нет, Петр Евгеньевич. Так. Очеретин, Петр Евгеньевич. Очеретин. А где тут Петр, я не пойму. Очеретин. Очеретин. Петр Евгеньевич. А, Петр Евгеньевич. Петр Евгеньевич. А, вот оно. Петр Евгеньевич. Вот я расписал вам. Ладно. Ульяша! У тебя музыка какая-то. Что это такое? А, радио-то. Как-то бы мне надо вам счет послать. Какой счет? Порядок такой. Вы высылаете деньги на счет. А тут сразу высылает книги. Дело в том, что я уезжаю сейчас, меня не будет лето. Мы едем на миссионерскую поездку очень большую. Куда? Миссионерскую? Да. Мы начинаем с Грузии, Турция, уходим в Грецию, переплываем в Италию, потом уходим в Англию, идем до Португалии. А потом идем через Данию, всю Скандинавию захватываем, переплываем полностью Прибалтику и уходим на север до Баренцева моря. О, как здорово. Ну, если Господь благословит, а то у нас тут небольшая заковыха, надо помолиться. Мы открыли шенгенскую зону, а англичане взяли и держат больше срока. И паспорта у них в Москве. Вот надо сейчас как-то заблокировать, чтобы мы уже через 3 дня выезжаем. Вот в прошлом году мы прошли 15 государств, были в 6 мусульманских республиках. Весь Крым прошли, Украину, а нынче Украина закрыта. Интересно. То есть мы ведем благовестническую работу. Это ответ. Вот отдельно у меня том, как беседовать с сектантами. Отдельно том целый, как беседовать с мусульманами. Весь Коран разбирается по сурам и аятам. В сравнении с Библией. Здорово. Замечательно. Отдельно, допустим, Талмуд разбирается, еврейская книга, и что об евреях было сказано за 3600 лет. Да, замечательно. Каким образом их открыть им глаза на Христа.
Это не просто книги, это, как называют, энциклопедии по всем вопросам. Замечательно, замечательно. Я вот 9 лет провел за компьютером, работаю. Вот. Мне нужно вам как-то передать счет. Как передать-то? Я не могу так передать. А как же? Ну, было написано, я бы вам сейчас его скопировал и все. Может быть, я приеду к вам в лагерь и там уже на Нет, меня месте не прям. будет, там никто не знает. Это только через А, меня. понял, понял, А понял. посылать я пошлю сразу, потому что мы уезжаем. Понятно. Ну как же быть-то, а? А может быть я по почте просто перевод пошлю, да и все? Нет, только на счет, потому что на почту я не хожу. Это очень далеко Нет, не на почту, а на Сбербанк. Вот на Сбербанк-то надо номер-то сказать вам. Нет, я вам пошлю деньги, и по телефону вам сообщу номер, по которому вы получите в Сбербанке. Это же Колибри называется перевод. Нет, тут такого нету. Все Ну, переводят мне есть. на Сберкнижку. Нет, это вы придете в Сбербанк, и там называется перевод Колибри. Он Нет. перевод стоит 150 рублей, 10 тысяч, допустим, значит, 300 рублей за 20 тысяч я переведу. Вот. И вы придете, назовете номер, и вам выдадут перевод. И все. Нет, я уже не успею, я уезжаю. Ну так я вот сейчас могу переслать, через 10 минут получите. Нет, Калибри я такого даже не слыхал. У нас есть ВКонтакте, называется. Не-не-не-не, вот вы в Сбербанк приходите, и там скажете Колибри, и они скажут, да, пожалуйста, номер, Нету пожалуйста. такого. Я в Калибри не встречал нигде здесь. Оно не работает, наверное, Калибри. Работает, работает, везде работает. Я вам, значит, тогда я так сделаю. Я сегодня, нет, сегодня я, наверное, не успею, уже поздно, Сберкасса закрыта. А завтра я вам отправляю на ваши, значит, Лапкин Игнатий Тихонович, правильно? Да. Я вам на Сбербанк, только адрес мне нужен, какой Сбербанк, и вы завтра Нет, получите. подождите, я вам лучше скажу номер Сберкнижки на расчетный счет. Вот это, наверное, они отправят на Сберкнижку, а вот Почему? на, ну Ну, я не знаю, это давайте. вы же к России относитесь. Ну а как, Ну, конечно. конечно, к России. А почему не отправят? На Сберкнижку отправляют все. Я Да, ну давайте, абсолютно давайте от всех тогда. получаю на Сберкнижку. Хорошо, давайте, Так, я подождите, сейчас пишу я тогда. выведу. Это сколько у меня время займет? Так, сейчас, минутку, книги. Так. Книги, минуточку. Плохо тут вижу. И Кэлдоман. Вот. Сейчас я это дело закрою и выведу сюда, чтобы вам видно было. Нет, вам не видно, все равно будет. Так, внутреннее структурное подразделение. Вот я буду говорить сейчас, какие цифры. А вы их, эти цифры будете записывать. Сейчас я увеличу, чтобы самому-то тут. Значит, 8, Так. 6, 6. 4, 4, 4, 4. 7, 0, 0. 7, 0, 0. 1, 9, 5. 1, 9, 5. Алтайский край. Алтайский край. ОСБ. Ну, это Сбербанк. О, первое О, потом СБ, Сбербанк. Большие буквы. Есть ОСБ. Да, город Барнаул. Город Барнаул. Вот, теперь БИК. БИК какой у него? БИК. Может быть, спросят. Так и Биг. БИК. 0, 4, 0, 1. 0, 4, 0, 1. 7, 3. 7, 3. 6, 0, 4. 6, 0, 4. Так, расчетный счет, по которому... Расчетный счет. Да, сейчас я скажу его. Расчетный счет клиента называется. Счет клиента. Счет 3. Счет клиента, так он называется. 4, 2, 3. 4, 2, 3. 0, 7. 0, 7. 8, 1, 0. 8, 1, 0. 9, 0, 2. 9, 0, 2. 1, 4, 7. 1, 4, 7. 9, 1, 2. 9, 1, 2. 5, 8, 5. 5, 8, 5. Посчитайте, сколько получилось. Цифр? Да. Счет клиента? Да.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Все правильно записали. На всякий случай еще запишите ИНН. 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 7-7. ИНН. 7-7. Значит, первое. 7-7-0-7. Семь, семь, ноль, семь. 0-8-3-8. Ноль, восемь, три, восемь. 9-3. Девять, три. Так. Вот, теперь что же еще-то, чтобы было? Тут что-то указано еще, на всякий случай запишите. КПП. Что она означает, тут даже не знаю. Ну, написать крупный бы КПП, номер. КПП. 220. КПП. 2, 220. 2, 2, 0. 202. 2, 0, 2. 003. 0, 0, 3. Вот, а это может тоже потребуется, но это уже недолго осталось. И еще буква К и перечеркнуто С. Какой-то то ли счет или что. К, кривая линия и буква С. Номера. 301. Есть русская или латынская? Нет, русская, все, русская. КС. Через черточку. Это косая линия разделяет их. Понял, понял, ага, трог. 301 первая. 301. 018. 018. 102. 102. Так, раз, два, три, четыре. Подождите. Сейчас я пересчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь нолей. А, еще 8 нулей. Восемь нолей нарисуйте. Нарисовал. 604. 6, 0, 4. И дальше также РС последняя. Р и косая линия С, то есть расчетный счет. Ага. 303. 3, 0, 3. 018. 0, 1, 8. 1 и 3 ноля. 1 и 3 ноля. Дальше 2 и 2 ноля. 2, 2 ноля. 6 и 2 ноля. 6, 2 ноля. 4, 4 и 2 ноля. 4, 4, 2 ноля. Вот все здесь. Все. Ага. Вот теперь к этой сумме нужно узнать, сколько у нас там все это будет стоить. И пересылка. Это тогда отдельно сообщить или как-то вам надо будет? Я постараюсь в воскресенье, попрошу, чтобы мне помогли, отправили вам. Так, ну хорошо, я все-таки, я думал это, вот этот перевод Колибри, да, на Сбербанке, это я просто пишу Лапкин Игнатий Тихонович, и все, мне больше ничего не надо, а вы, и вам звоню по телефону и сообщаю номер перевода, вы приходите в Сбербанк и вам выдают Я в знаю, это 10. по контакту так же. Это точно так же и это работает Western Union. Ну, это 10 минут буквально перевод идет. Но не Я видел. сейчас открою. Я хочу сказать, я ни разу не видал нигде, чтобы в кассе было написано калибри. Нигде, даже не. Не написано нигде. А я просто, я спрошу, значит, адрес вы мне дали. А вы А, спросите пардон. у них, работает или не работает. В общем, дело-то. Работает, он работает. Я буквально позавчера отправлял. Куда отправляли? Ну, Москву. Ну, Москву, в Москве работает, в Барнауле, может, не работает. Ну, я спрошу у них. Видите, в чем дело-то? Если не работает, они должны знать. Я вам все данные выдал. Вы все мне данные выдали. Я, Да. значит, это самое, я вам пересылаю, а там, что касается расходов, ну, пересылки, а я потом перешлю снова вам. Так Понимаете, можно? что если вы перешлете сейчас, а у меня тут тут загрузка времени, а осталось 2 дня, я не схожу, Ну, да. 3 дня, это у вас-то будет, она не будет 3 месяца лежать. Вы пересылаете по этому счету. Это самое простое. Ну хорошо, я зайду в Потому что Сбербанк я и. даже не зайду, я осенью приду, в октябре месяце получу. Ну хорошо. Так, теперь давайте по лагерю. По лагерю давайте. Так, вы там говорили, что можете переехать. У нас условия-то знаете какие?
Ну, я читал. Считаю. То есть человек 5 должен. утра подъем. 5 утра подъем, в 9 отбой. Ну, 9 Вот. это там не написано. Это Ну, такого не быть нет. господином, дай. Так, Все значит, это. у человека какие качества должны? 5 качеств. Давайте по пальцам. Первое. Он должен доказать, что он не лжет. Ну да. Не пьет спиртное, не курит, не Да. матерится, не ворует. Правильно, все это есть Вот. нормально. И если у вас есть дети, там внуки, то лучшего места для воспитания детей просто не найти. Учителя все верующие, все православные, храм, Прекрасно. священник. Прекрасно. Вот об этом я и И мечтал. при том у нас строго все. Не просто так. Да. Каждое воскресенье занятия идут по Слову Божию. Вот это Сколько замечательно. Вот служения. Мы все с нуля начали строить-то. это. Здорово. Я читал все И это. сколько ваш человек? А, ну, вы имеете в виду приемных? Нет, Ну, я приемных, если нет, кто их узнает, чтобы там родных узнать, внуков. сразу сказать вам. Да. У Сколько? нас мы с женой. Мне 65, жене 60. Вот. А родных у нас внуков, ну, 7 человек на сегодняшний день. Но они еще небольшие. Ладно. Детей у меня Нет, всего нет, это трое. не то клиентура. У нас, чтобы желательно были молодые, семейные с детьми. Молодые семьи. Нет, я хотел перетащить вообще все свои дети. У меня дети одному 30, другому у нее трое Вот детей. это дело А другое. у дочки трое детей. Вот это вот, Вот. Но да. они тоже молодые, ей 25 Ну, лет. то есть Ну, мы... я и хотел их туда перевести, понимаете, но их же столкнуть надо. Понимаете, здесь дело в любви. Столкнуть вы можете, что они будут делать? Потому что у нас особое правило. Мужчины все с бородами. Хорошо, да. Вот. Ну, он у меня с Женщина. бородой. Женщина, ну я вижу, у вас благочестивый образ. Женщина должна быть в платочке. Даже самая маленькая девочка на улице без платочка не выходит. Да, это я знаю, И чтобы знаю в все. этом бюстгальтере выходила, у нас этого нет. Должна быть прилично одета. Боже Она скажет, упаси. а я не хочу так. Ну, у нас начнется конфликт. Нет, 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 это я все объясняю, это Мы я же все скажу. православные. Притом мы православные такие, что сейчас у нас был день деревни. Из патриархии, ну, Да. от патриарха Кирилла, приехали к Да. нам 6 священников и диакон. Мы вместе служим, но только Да. мы им не подчиняемся. А у нас Конечно. полное согласие во всем. Мы ничем не разнимся-то. Но мы не Ну, хотим под ними быть, под местным епископом, иначе он все разрушит. конечно, все Мы правильно. их очень хорошо знаем. И я согласен с Вот вами. так. Поэтому мы действуем здесь абсолютно самостоятельно и протягиваем руку общения для всех. Да. Только И я, мы... когда в церковь прихожу, говорю, вы вот объясняю, что такое женщина в брюках. Как Пелагея Рязанская сказала, что женщины в брюках и в шапках пойдут все в ад. Раз. Потом, значит, это мерзость перед Богом. Да, Это вот я это говорю да. вам. Это Почему раззаконие надо вы сразу говорю? взять. Вот. Им говорю, что молчанием предается Бог. Священники ничего этого не говорят. Пусть хоть в брюках ходят. Да это же говорю, осквернение храма. У Ну. нас нету даже чужие, если кто-то приедет, из машины не вылазят. Мы им дадим одеться, и тогда они оденутся. Говорят, а у вас вы из храма выводите в брюках? Я говорю, мы не выводим. Почему? Потому что мы их не запускаем. Правильно, Поэтому правильно. мы не выводим, у нас этого и нет. У нас вообще А у этого нас нету. сквозь пальцы смотрят на это все священники. Поэтому я говорю, как Но это, они не как это? хотят Вот работать. не хотят, да, не Так, теперь хотят. какие у вас дети? Сколько ребятишек в лагерь? У лагеря, значит, 8 и 9 лет. А Трое детей, мальчики, сколько две девочки. ребятишек? Количество? Трое. Трое. Кто, мальчики, девочки? Девочки, две девочки и мальчик. Кто привезет? Ну, мы с женой думаем приехать. Прекрасно. Мы с женой и трое детей, А у вот вас приемные это дети. жена верующая? Конечно, конечно. Но чтобы не было насилия никакого, она должна добровольно это принять. Она верующая, она ходит в юбке и в платочке. Прекрасно. Да. Значит, у нас строгое послушание, и если что-то нужно, там священник, мой родной брат, протоиерей, и Да, поэтому да, все да. по совету прийти. Он очень кроткий такой. Послушание превыше поста и молитвы. Это Да. мы в Вы курсе. теперь должны знать наши данные. Да. А вот эти наши данные вы должны записать. Да. Я сейчас вам покажу, чтобы не перечислять. И вы запишите, может быть. Подождите-ка. Так, что у меня тут есть в наличии? Видите, если бы вы были в этом, у меня... Что-то не нужно.
карточку, подождите, я возьму. А, у меня в кармане есть. Визитку я хочу показать вам, чтобы вы с нее списали. Не диктовать телефоны. Да-да. А у меня есть телефоны здесь записаны. А где, откуда они у вас? Ну, вот у меня бумага есть, я не знаю, кто-то мне дал, я заказал вот это по Потеряевке. Мне дали, вот здесь телефон ваш. Теперь, значит, старшего воспитателя Савченко Виктор Николаевич. 8-960. Ну, я ему звонил. Он мне сказал позвонить вам. Правильно. Вот. Виктор Николаевич. А потом, значит, у меня еще телефон есть сотовый, не сотовый, а сетевой. Значит, 385-2-24-38-46 и 62-81-37. Это барнаульские. Да, барнаульские, да. А вот скажите, вам видно или нет? Я вам сейчас буду поставлю. Подождите-ка. Потом адрес у меня есть. Посмотрите, вам видно или нет? Нет, ближе попробуйте, ближе. Нет, добро, дальше давайте, дальше. Знаете что, нет, подождите, сейчас я шторку закрою и включу свет. Хорошо. А то не видно просто. Так, минутку. Так будет, может, получше видно. А ну-ка давайте еще раз я вам покажу. Угу. Ну да нет, дальше. Так еще. Не, вот тут, секунду, не быстро, медленнее, ближе к экрану, выше, чуть-чуть выше. И теперь назад немножко, назад. Нет, плохо, резкости нет. Как почему? Резкости нету. Нет, не получается, резкости нету. А, жалко, конечно, а так, чтобы... У меня адрес написан. Так, какие у вас мобильные телефоны? У меня мегафон. Оба мегафон. Два телефона, мегафон. Жены и мой. Давайте, пишите, я буду говорить. Я пишу. 8. 963. 963. 575. 575. 2579. 2579. Так, у вас его нет такого? Сейчас посмотрю. 2579. Нету. Это Володя, Владимир Александрович. Он за начальника лагеря, потому что мы-то уезжаем. Да. Я начальник лагеря, создатель, а старший воспитатель Савченко. А теперь там Савченко запишите еще. Какое Савченко? Ну-ка прочитайте. Сейчас. Савченко. 8-961-984-81-46. Ну нет, тут другое, тогда запишите. 8-9-0-5. Я ему звонил, только звонил ему. Ну запишите другое, он может заменил. 8-9-0-5. 8-9-0-5. 0-8-4. 0-8-4. 5-6-3-8. 5-6-3-8. Вот. Это, может, у него другое, я не знаю. У меня тут записано на визитке. Угу. Надо проверить, а кто из них. Так, вот по этим телефонам связаться с ними. Так, теперь нужно еще вам что? Так, на этом важно. Надо выходить на батюшку. Когда вы поедете, вас же тут встречать надо. Где? Ну да. В Барнауле вас надо, чтобы встретить и проводить. Вот там 62-81-37. Это он местный, который. Я вот сейчас вам... Так, вижу, да-да. Сейчас я, подождите-ка. Кому надо позвонить будет? Это старшая сестра, она недалеко от вокзала живет. И она тут всех отправляет. Угу. Вот давайте пишите. 8-9-1-3. 8-9-1-3.
279-279-0608. Татьяна Кузьминишина. Татьяна Кузьминишина. Вот. Это... Так, минутку еще, ты. Ой. Говори. С миром. Я тебе... Вот надо же, тебе... о тебе говорю, главное, и ты тут как... Твой телефон дают. Вот летом могут быть гости принять в лагерь. А. Нет, не видел. Ну, они завтра должны, сегодня ночью выехать должны, оба. С Виктором. Ну, тогда ему скажешь. Это не в моей компетенции. Все? Ну, видно будет завтра. Сережа, это нашего четвертого компаньона привел ко мне сегодня. Урагана-то. Ну, он у меня уже все здесь. Я уже прогуливаюсь с ним. Ну, он сам на соревнования выезжает в Новосибирск. Ну, остальное все так, ответа никакого нету, они нас обезглавили буквально. Ну, теперь только во вторник будем долбиться и сразу в посольство перекрыть. Приготовили, да? Да, все одинаковые. Паспорта-то все сдали. Они на Шенген наш ухватили, а теперь Великобритания-то задержала, и теперь мы зависли, прям буквально зависли. А Шенген-то с 5-го открывается. Ну, молимся, только на молитву надеюсь. Когда придут, сегодня уже пошел срок истек, через неделю ушли. Но ответа в интернете нету. Только молитву, больше ничем не прошибить. Договорились? Давай, поднимай всех там больных, пусть молятся. У нас тут неприятность одна, просим помолиться. Нам открытый Шенген с 5-го, а Великобритания с 10-го. Но они-то открывают не здесь, а в Москве. Мы в Новосибирск съездили, отпечатки пальцев, там роговицу еще снимают, все по чину сделали. И они берут на 3 недели, должны отдать. 3 недели сегодня закончились, паспортов-то у нас нету. Uh-huh. Это Англия нас приглашает, я везде должен выступать, там в Англии готовят, в Финляндии, во Франции, в Греции. Uh-huh. И получилось, что паспортов у нас нет вообще, только свои русские. Uh-huh. И теперь нам ну, вопрос серьезный стоит. Надо посольство, кто-то, чтобы в Москве перекрыл, чтобы они не высылали. Мы дойдем до Москвы и сами возьмем. А отказывать нет причин никаких. Мы всего на 10 дней. У нас приглашение за нас там заплатило, Англия все взяла на себя расходы. Ну, то есть мы второй раз, за нами нет подарков. Они боятся, что кто-то приедет, останется там. Но мы-то не из всех. Понятно. Понятно, так. Так, теперь я хочу вам дать еще один телефон. Да. Старосты деревни. Старосты деревни. Давайте сейчас запишем. Так, пишу. Так, батюшкин запишите. 8-961. 961. 232. 232. 4012. 4-0. 1-2. Отец Иоаким. Отец Иоаким. Иоаким. Да-да. Это мой родной брат. Я знаю. Вот вы все знаете, вам уже легко. Так. Я прочитал, да. Я сейчас еще дам старосты, потому что батюшка может здесь быть, а старосты ему надо... Так, барабашек. Пишите. Пишу. 8-905. 8-9-0-5 9-2-4 9-2-4 9-6-9-8 9-6-9-8 Это Игорь Александрович, староста деревни. Это когда вас нужно будет встречать. И когда вы доедете до Барнаула, то нужно брать наш разъезд Подстёпный. Разъезд Подстёпный? Да, Подстёпный. Подстёпный. Это у нас 4 километра, но он останавливается ночью, и тут надо просто быть внимательным, не проехать. А если проедете, то это будет Корщина. Следующий Погодите, стар... значит, до Барнаула не доезжать? Доезжать. До Барнаула доехать, слезть и пересадку сделать. А значит, от Барнаула? От Барнаула тут пересадку. Пересадку на Кулунду. На Кулунду. Да. И тут идет 3 часа поезда нас до разъезда Подстёпный. 3 часа. Да, 3 часа. Ну, примерно так. 3,5, может быть. Так, и вы из Барнаула уже должны спросить. Вы же поездом поедете-то.
Да. Изменили нет расписания на батюшку или на старосту? Это самое главное информативное, знают, которые ездят. Хорошо. Вот. Они кто-то вам даст телефон, там у старосты жена Елена, она как заучитель, она там эти все связи держит. И если вы проедете, конечно, очень нежелательно, то следующая за нами станция от Барнаула, где можно слезть, Корщино. Это уже большая станция, Корщино. Станция Корчина. Все, это от нас где-то 16 или там 20 километров. За вами должны тогда приехать. Приехать. Тут уже машину, все тогда горючее, тут оплатить придется. Но люди отрываются. Но лучше слезть на разъезде. И от разъезда, там не, на разъезде нет ни одного дома, ничего нет, все разрушено. Все. Это вправо 4 километра за деревьями. Вперед и вправо. На разъезде подстёпный, идти вперед, там дорожка, дорогу видать, и там видно лес за лесом сразу. Лесополоса небольшая, вправо, вправо, как слезешь. В правую сторону. Если дальше на поезде поедете мимо, ну, проехали, то справа вы увидите дома наши. Там километра через два по линии, если проехать, прямо на Корщино-то, от нашего разъезда, если, ну, не слезли. И вы прямо въедете мимо деревни. Ну, надо слезть и здесь, и по Ну, дорожке. лучше мы съездим, Слезли, и значит, вас тут встретят. подстепным, Подстепный, да? да. Это, значит, предыдущая, перед этим большая станция Ребриха. Ребриха. И перед этим? Да, перед этим большая станция Ребриха, запишите. И на Перед. Ребрихе вы подойдите к водителю поезда, машинисту, А? и скажите, мы слазим на Подстепный. Иногда не слазят, они проносятся. Скажите, мы А? слазим с ребятишками. Вы хорошо слушаете, что я вам говорю? Да. Ну, во После. время Ребриха это большое, большая станция. Проводнику спросите, когда будет Ребриха? Большая станция. И пройти прямо к водителю локомотиву-то, и сказать, мы слазим на Подстепном, чтобы они затормозили. А вы дорога еще позвоните отцу Акиму, и они могут вас прямо встретить у поезда. Хорошо. От разъезда, сказать, от Ребрихи до Подстёпной полчаса примерно. Так, Но перед смотри. этим одна будет остановка Панова за Ребрихой, а потом уже Шерепихи. Подстёпная. Панова, а потом Подстёпная. От Ребрихи. Ребрихи по новой А вот подстёпная. Подстёпная наша, а уже следующая, если промажете, то на Корчиной. Дальше уже никак нельзя. Понятно, понятно. Ну, я думаю, мы сойдем, значит, на подстепном, да? Да. Подстепном. Панова и потом подстепным. Так, я вас записал. Вот у Подстепным. меня сегодня тут два человека, но один в Москве. Книги-то мои кончаются, потому что всего 1000 экземпляров, а я только подарил библиотеке уже 444 библиотеки. У меня 9%, 90% с лишним уходит бесплатно. Это я такой себе оброк взял. Понятно, Вот мы за понятно. 2 года только подарили библиотекам на 7 150 000. А у меня Ай. минимальная пенсия 5 500, у меня ничего нету. Это просто Бог дал нам. Эти книги имеют особое возрождающее действие. Конечно, я понимаю, Они понимаю. написаны без пригляда кому-либо в пророческом духе. То есть Бог говорил пророкам, не я пророк, а пророки говорили. Я беру и в каждой книге 3000 ссылок на Священное Писание. Это Ой, я все святые отцы, ну, а вы на наш конечно. сайт заходите, на наш сайт? Нет, у меня, я же не умею пользоваться вот этим Да вы делом. сейчас прям здесь сразу скажите дочке, Ну. запишите, что надо сказать. По-русски зарядите в Google или в Яндекс, запишите. По-русски? По-русски, и вы найдете меня, Google, система Так, Google. пишу. Сейчас, Напишите. секундочку. Сейчас запишу. Google. Google или Яндекс. Это две системы поисковика. Google или И Яндекс? зарядите такие слова. Игнатий Лапкин. Форум. Игнатий. Все. Или Игнатий Лапкин сайт. Или зарядите так. Открытым оком. Или добавите эти слова туда. Открытым оком во свете Библии. Там у нас YouTube напишите. Открытым оком во свете Библии YouTube. Это система роликов. У нас там 1700 роликов наших. Наших.
Ох ты! А там про лагерь, про крещение, про службу, про все. И вы сразу зайдете и море. Так, я, значит, записал. Открытым оком во свете Библии. Да, открытым А дальше? оком, глазами. Да, оком, да. Во свете Библии. Дальше. Да, вот, а теперь, если вы это самое запишите, слово YouTube. А, Ютуба. Это на видеоролики, на фильмы наши. Ага, да. Там наши, о нас фильмы сняты, они заняли первое место на международном киноконкурсе. Понятно. Это не просто игровой, а государственный фильм. А второй фильм занял первое место в России. То есть можно и скачать, да? А, конечно, можете. Это на нашем сайте, сайт. Ну да. Во свете Библии Игнатий Лапкин сайт. Вот это Да, Игнатий Лапкин сайт, я записал. сайт или форум. А там везде Сайт. на сайте легко переходить на форум. Там написано форум. Переходите здесь, нажмите уже на форуме. Ага, Зарегистрируйтесь, пойдите, и я сразу увижу вас кто. И вам хорошо. отвечу на вопросы. Так, говорите вопросы, какие еще? Ну, вопросы, Значит, у да. нас на месяц, с головы. Это 5,5 или 6 тысяч, точно не Вопрос знаю, написан. за месяц. Да, я читал это. Так, вы с собой должны каждый взять две простыни. Вы уже Да. считали. Здесь Ну записано, все, по-моему. тогда. Вы зайдете там в лагерь, что для этого надо? На форуме все записано. Хорошо, хорошо. Ну и ребятишкам еще с собой полотенце, там мыло, Ну, все меховые. необходимое, конечно, это Да. понятно, понятно. У вас теперь что у детей нужно смотреть? Кожных заболеваний нету? Нет, нет, все Вы здоровые, все должны здоровые. дома взять справку, что у детей нет глистов. Два вопроса. И кожных заболеваний. Все. Да, ну нет у них никакого заболевания нету, это сразу Но это видно они. требует государство. Это санэпидемстанция нас трепет. Понял, понял, понял. Значит, глистов и кожных заболеваний. Да. Сейчас запишу. Они приезжают и требуют справки, чтобы справки у вас на руках были. Да. Справки. Справки. Санэпидстанции, да? Санэпидемстанция требует. Ага. Но вы Нет. сходите к врачу, к любому, в любую поликлинику сходите, и вам это дадут. А не за, скажите нам в детский лагерь. Это у них Да. сейчас летом легче получить. Так, у нас энцефалитных клещей нету. Слава Потому Богу. что у нас не хвойный лес, не хвойный. А, У нас хорошо. экологически самое чистое место. Своя вода, все свое. Свои колодцы. У нас, ну, Замечательно, все свое, замечательно. абсолютно все. У вас Поэтому... сколько урожаев у вас в Потеряевке народу-то? Да какой там народ-то? Ну, я не знаю, там с ребятишками-то 30 есть, нет. Всего проживает. Конечно. Потому что Поселок. были такие, двое приехали. Ну, первый год Ага. у нас поступило 750 заявок. Так. Ответили мы положительно только троим. Остался один. Ага. Вот и все. Он Ага. приехал, у него ампула вшитая от пьянства. Ну и опять закуролесил, до свидания, мы общее собрание, он уехал. Другой приехал, у него матерки летят, я не могу. Ну все, тоже до свидания. Безобразие Дальше человек какое. должен своими силами сам построить или купить домик. Ну домика Понятно. дороже 200 тысяч нету. Понятно. Там домики есть Ну, построенные. это мы могли бы позволить. Хорошая здесь земля, вода, все тут. Живут в Ну. основном от сельского хозяйства. Фермер только один, староста. У него где-то 180 гектар пшеницы. Понятно. Кто там помогает? Держит один, держит много свиней. У другого, вот у старосты корова, а у батюшки овечки. Так что тут свободно, кто желает. Матушка там пчел держала. Другая держала много птицы разные там. А сколько она счету их не знает. Там же все свободно. Ну да. Ну, Мы устав... на Кубани были. Там птицу всю перерезали. Мы жили на Опостунок, это Павловский район, Краснодарский край. Ну и там мы держали, значит, птицу. А там, говорит, раньше птицы было прям море. И всю перевели. Всю перевели. Потому что воруют друг у друга. Воруют. И поэтому перевели, не стали водить птицу. Это у нас Вот так. одно из условий. Но у нас послушание. Допустим, мы в Барнаул, это из Барнаула приехали, понравилось, поселились. И вы вздумали куда-то поехать на машине в город. Обязательно сходить к батюшке, попросить благословения, чтобы знали, о ком молиться. Ну, Тут понятно. ничего нет. Вы все равно поедете. Ну, зайди и скажи, отец, я уезжаю, благослови меня. И мы знаем, о Конечно. ком молиться. Были такие, которые начинали бунтовать, пакости делать, их тоже пришлось уволить.
Ну, это народ, это понятно. Раз Бог есть, есть и сатана. Да, это верно, это Люди верно. приезжают, они всякие клеветы распускают, а у них ничего нет, они ничего не делают, только пакости творят. Ну, и в Ну конце да. концов они съезжают, их нету. У нас для детей, если дети есть, воспитывать, хотите их во Христе, лучшей обстановки не найти. Я так думаю тоже, Строгие, да. строгие правила, священник, все помогают друг другу, учителя все православные, начинается в школе с молитвы, ну, школа государственная. Слава Богу, слава Богу. Вот так. Это интересно очень. Вот я хочу и приехать. На все лето можно будет приехать, да? Как говорите, в июне? Ну, 10 ну, июня, выйдем. лагерь открывается 10 июня, вот вы не спросили. Да. И до августа, до какого-то Ну, написано здесь. да, там, ну, допустим, до 2-го, это 2-го день лагеря. А А, может и дольше будет. до 3 августа, да. Да, дело в общем, что я уезжаю, старший воспитатель уезжает. А остается один, но ему помогают, там батюшка, деревенские люди будут. И вы приедете, вы сами будете помогать. Конечно, На конечно. кухне, везде, чтобы, если можно, то и себе справки возьмите. Да, хорошо, Да, конечно, такой возьми. порядок, потому что я отвечаю за детей перед Богом и перед властью. Да, Представьте, конечно, вот хорошо. человек приехал, у него там грибок на ногах или где-то, а у меня ребенок заразился, с меня спрос-то. Ну да. Поэтому тщательный будет осмотр вам уже на месте. Потому что у Ага. нас одна баня на всех. У нас баня, колодец, у нас все. Лагерь совершенно отдельная единица. Справки, значит, и взрослым, да? Так, значит, зарядите открытым оком. Открытым оком. От открытым глазом смотреть. И найдете YouTube, найдете все. Так, вопросы Хорошо. какие? Ну, как будто бы все понятно. Ну, если все понятно, ну что, Петр Евгеньевич, будем думать, как проститься нам с вами по-хорошему. Теперь только созванивайтесь туда. Меня практически почти нет. Если что-то исключительно важное будет, еще в понедельник вечером я буду. А вторник меня уже не будет. Все. Понятно. Наше путешествие очень большое, длинное, Ага. дорогое, поэтому ну, нужно поддержать нас молитвой. Хорошо, будем молиться за Мы вас. несем благую весть, и нас ждут везде. Мы Да, слава не для Богу, себя слава это Богу. делаем. Мы ночуем где-то в лесополосах в России, чтобы днем свернуть уже, знать где, какой районный центр, город. Мы дошли до Понятно. Дальнего Востока, Владивосток, Находка, и тут прошли Германию, Австрию, все захватили. И все южные республики, и в Паторе, там, и Сентуки, все мы везде прошли это. В прошлом году. Здорово. Ну, я зайду в библиотеку завтра. О. Да. А если, значит, я перевод пошлю вам, то я тогда вам сообщу по телефону, наверное, да? Ну, вы можете по телефону сообщить. А что сообщать? Мне не. А, вы же не входите сюда. Можете сообщить. Чтобы вам получить, что я отправил, и вы должны получить, то есть вы говорите, ну, когда вы, ну, чтобы вам получить, перед тем, как Я вы не получу, уехали, я правильно? не получу сейчас. Дело вот Не какое, я получите, сейчас да? только подумал-то. Если вы абсолютно точно приедете, Да. то вам не надо будет дополнительно за это. Вы книги возьмете здесь и все. А, вот, правильно, И хорошо будет. нам не надо мучиться с почтой, я же не сам машину нанимаю здесь, отвезти, это 31 килограмм, это печатать О, коробку, да. везти надо. А вы возьмете здесь, я скажу, они вам здесь соберут. Да прекрасно, это даже лучше. Вот это даже лучше сами. И вам тогда почтовые расходы, не только вот эту сумму переведите и все. Да, я привезу деньги с собой и все. Так, знаете что, еще Да. проще. Не надо переводить никуда. Вы привезете, и тогда на почтовые расходы у вас не будут. Ну, правильно, я Вы деньги с прямо собой руке привезу и все. Володе отдадите в руки, и все. А он вам Ну и книги отдаст. прекрасно, прекрасно. Это все-таки не 2 рубля. Конечно, да. Ну что, Петр Евгеньевич, я правильно назвал вас? Правильно, Давайте правильно. отключайтесь. Игнатий Тихонович, а? Отключайтесь. Ну, Спросите, это я как. сейчас позову девочку, она отключит. Ульяша! Давайте. Вы когда приедете, все осмотрите. Если у вас приедут дети, то для детей скажите, что это дети, которые с вами будут. Которые в страхе Да. Господнем, которые православными будут, трудолюбивыми, послушными.
Тут самое главное, ради детей просятся люди-то. Ну, надо, чтобы своими силами мог построиться или купить дом. Ну и самим тоже, ведь у нас сейчас какая проблема возникает? Вот сейчас на Украине война, а потом ведь мы вот наблюдаем, как бы, ну, за политикой следим. Сейчас ведь мировое правительство, так сказать, идет конкретную войну против России, да и вообще против всего мира. То есть у нас что получается? Нас на эту пластиковую карту посадят, виртуальные деньги возникнут, да, и потом нас можно отключить, и все мы вымерем, как мамонты, правильно? Вот, поэтому, значит, вот ищем выход какой-то, значит. А если выход, все свое у тебя будет. Ну, вот я и говорю. Пока продержаться, там они тоже придумают, отрежут. Ну да, конечно. Тут уж ничего не сделаешь, к концу мир подошел, ну надо держаться сколько можем. Да, вот и я тоже так думаю, что... Сами работает своя мука, там можно перемолоть, все остальное, мясо, ну все свое, огород, все растет, даже виноград растет. Слава Богу, слава Богу. Яблоки. Ну, давайте, отключайтесь. Попросите. Да, да, да. Спасибо, Господи. До свидания. Храни вас Бог. С Богом. Ульяша! Ульяша!